Гольцы – род рыб семейства лососевых, обитающих в северных широтах. Среди всех лососевых гольцы – самые северные рыбы, они встречаются в Северном Ледовитом океане, у берегов Новой Земли, Шпицбергена и Сибири, а также на севере Тихого океана. Будучи преимущественно проходной рыбой, гольцы во время нереста заходят в реки Норвегии, Шпицбергена, Исландии, в зависимости от ареала, а затем возвращаются в море. Род гольцы включает в себя несколько десятков видов, среди которых наиболее известны арктический голец, американская палия, кунджа, мальма, серебристый голец, белый голец, голец Леванидова и другие виды. Мясо гольца несколько уступает по своему качеству другим лососевым, однако отлично подходит для приготовления слабосоленной и копченой продукции, а также уха. Гольцы предпочитают чистую, богатую кислородом воду и питаются в основном рыбой других видов.